Мы на улице Большая Андроневская в Таганском районе Москвы. Идем от Андроневской площади, где также сходятся несколько улиц, включая улицу Сергия Радонежского, Николы Ямскую и Александра Солженицына. Сейчас вот мы идем параллельно трамвайным путям. Уже снег усилился, ветерочек. Ноябрь месяц. Фактически зима уже. Написано, ходят два трамвая. 20П еще тут должен ходить, по идее. Ну, может, там какой-то ремонт. Типа трамвай, который ходит по бывшему 20-му маршруту, только укороченный. Так как 20-й меняли, его перенаправили на Красноказарменную площадь. Но чтобы людям можно было бы доехать до Пролетарки с района Курского вокзала, сделали 20П. Не знаю, чего тут нету, что и отменить успели. Здесь мы пересекаемся с улицей Библиотечной, которая у нас была в позапрошлом выпуске, и на которой сейчас ведутся какие-то работы ремонтные. Еще вот такая есть улочка под названием Вековая, которая у нас будет впереди. Вековая улица, как дуб. Вон туда, в сторону Рогожского вала. Ну, кстати, по Вековой можно и прогуляться, почему бы нет. В общем, Большая Андроневская довольно крупная улица. Не в пример параллельно проходящей Малой Андроневской. Здесь есть движение трамваев. 43-й поехал. Сейчас тоже ему, наверное, изменили.
маршрут. Сейчас очень много где ремонт идет. Трамваев. Идет он у Грешской, Курский вокзал, как я понимаю. На том временном указателе написано. То есть как раньше, в старые времена ходил 20-й. Но это мера временная. Пока ремонт там на авиамоторной улице.